Сегодня 22 апреля, я на участке озимой пшеницы с различными нормами, сроками и фонами питания. И что я заметил? Я заметил, что вот у нас есть стык максимального фона и перехода в средний. А здесь заложено где-то под 300 килограмм диамофоски. И я что увидел, особенно это выделяется все на более позднем сроке. Видно, что питания не хватало. И там, где идет переход, растения слабые, ослабленные. Где именно максимальный фон, они как-то чувствуют себя поувереннее со всеми как бы нормами. Понятно, что с приближением к более оптимальным срокам, к раннему, среднему, как-то это все нивелируется, но все равно максимальный фон, где был питание более сбалансировано, он выделяется и выглядит лучше. Вот такой стык он есть, то есть здесь участок светится, здесь он более густой, более широкие листья у растений. Допустим, это у нас вот 2 миллиона среднего срока, норма высева. И как бы вот есть вот такая вот разница. Здесь вроде бы все неплохо, погуще, получше выглядит растение. А здесь вот есть такой вот уже провальчик, более изрежен. Это 6 миллионов раннего срока. Также, конечно, есть разница и на раннем сроке, но это все же нивелируется все. И в обычном посеве, допустим, это можно и не заметить. Но все же, как калий, фосфор, они делают свое дело. Здесь это все было тоже положено на глубину где-то 8-10 сантиметров. Где-то за 2-3 недели до сева. Может быть, даже еще и раньше. Это вот, к примеру, у нас 2 миллиона. 2 миллиона на максимальном фоне выглядит как 6 миллионов. А в промежутке есть такой вот провал. Но все равно ранний срок, он как бы это все легче нивелирует по питанию. Хоть самое интересное, что это паровой участок. Это паровой участок. И есть такой контраст. Даже на паровом участке удобрения сложные проявляют свою эффективность. Понятно, что это на более раннем этапе. Но на раннем этапе ведь и многое закладывается. Я также заметил, что на поздние посевы они активными только сейчас становятся. Ранние, у них уже более мощная корневая система. Они уже развивают вегетативную массу, продолжают куститься, потому что в целом, благодаря ранней весне, это пока еще возможно, потому что нет резкого нарастания температуры. Вот такой вот стык. Это 6 миллионов среднего срока на высоком фоне. Это вот как раз на переходе к среднему. То есть разница есть. Здесь посевы светятся, здесь уже начинает закрываться. Поэтому вот такой вот эффект.